Ну что же, приветствую вас, дорогие друзья. В принципе, при этих звуках уже можно ничего не говорить, никакие не нужны слова. И так всем предельно ясно, что миллиарды и миллиарды брачующихся за последние, так примерно, пару сотен лет именно под этот свадебный марш прошагали навстречу своему счастью. И, боже мой, сколько еще миллиардов прошагают в ту же сторону. Правда, в этот момент далеко не все из них помнят об одном, казалось бы, пустяшном обстоятельстве. Музыка изначально предназначалась для постановки комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». И там имеются в виду феи, эльфы, существа сказочные, воздушные, невесомые, эфирные. То есть люди, принимая этот свадебный марш на свой счет, мягко говоря, себе очень здорово польстили. Но не это сейчас главное. Действительно, нас сегодня ожидает одна из очень и очень многих историй, которые связаны с именем и музыкой Феликса Мендельсона Бартольди. Более того, задача перед нами стоит очень трудная – заглянуть в творческую лабораторию композитора. Если задачу понять и принять буквально, то пришлось бы путешествовать ой сколько. Поскольку творческая лаборатория Мендельсона – это в аккурат вся Европа практически. И в Англию пришлось бы съездить не один раз. И между Берлином и Лейпцигом, двумя городами в Германии, где он постоянно работал, и очень интенсивно работал, кстати, пришлось бы курсировать просто как дипломатические челночные контакты осуществляя. И так далее. И Швейцария, и разные другие страны. Мы ограничимся только одним случаем и одним путешествием. Для тех, кому не интересно, откуда берется музыка, оно не нужно, и они могут сразу выключать телевизор. Я даже удивляюсь, почему они до сих пор этого не сделали. А с остальными мы отправляемся в путь. Нас будет интересовать итальянская симфония Мендельсона. Вообще-то, конечно, правильнее было бы сказать так называемая итальянская симфония Мендельсона. И вот почему. Ну, во-первых, она действительно так везде называется. В том числе и в посмертном издании, где числится 90-м опусом Феликса Мендельсона Бартольди. Во-вторых, обычно ведь подобные истории с чего начинаются? Главный герой появляется на месте событий, и сразу все завертелось, пошло, оживилось, события начинают разворачиваться, ускоряться и так далее. Здесь совсем не так все получилось. Когда 21-летний Мендельсон в первый раз появился в Италии, ничего музыкально интересного ни в его жизни, ни в истории музыки не произошло. Ну, конечно, когда любой человек первый раз попадает в Венецию, это «А, о, боже мой!» Вопрос, сколько это длится. Для Мендельсона это длилось недолго. Он, уехав из Венеции, провел почти целую зиму в Риме, общался там со многими интересными людьми, но при его коммуникабельности, при его свободном владении тремя европейскими языками, кроме немецкого, при его интересах к музыке, ярко выраженных и пристрастиях совершенно очевидных, ни с кем из итальянских музыкантов он в контакт не вступал, как написано бы было в шпионских сводках, если бы кто-то за Мендельсоном шпионил в тот момент. Он совершенно не интересовался, вернее, поинтересовался и тут же перестал интересоваться итальянской музыкой. Единственный человек, причем именно коллега-музыкант, с которым Мендельсону было интересно подолгу общаться в тот момент, это, вы не поверите, такой же иностранец, как и он, француз по имени Эктор Берлиоз. Тот как раз отбывал, уже ближе к концу отбывал, свой трехлетний срок в Риме. Не подумайте ничего плохого, речь идет о трехлетней стипендии творческой, которая по французской традиции называется «Большой римской премией». Вам оплачивается проживание на чудесной вилле, где вы можете творить, работать, и затем в Париже должны отчитаться за эту командировку. Вот с Берлиозом у Мендельсона было все очень хорошо. Правда, ему казалось очень странным, как такой милый, скромный, застенчивый человек может писать такую жуткую музыку, как, например, фантастическая симфония Берлиоза. Но это, опять же, сейчас не главное. И в-третьих, Мендельсон и в этой поездке, и во всех остальных своих поездках по местам, так сказать, нетронутой фольклорной культуры, где она есть и процветает, высказывался одинаково. Он говорил: «Только не народная музыка».
Ну и в-четвертых, никак нельзя сказать, что Италия Мендельсону активно не понравилась, но и никаких поводов для восторгов, восхищений, умилений он здесь не нашел, не увидел и не услышал. И в первый свой приезд, и, кстати сказать, в последующие тоже. А что касается народной музыки, то на эту тему Мендельсон, конечно, по-настоящему выскажется несколько позже, будучи в Шотландии и делая там по ходу путешествия кое-какие заметки и наброски для еще одной своей знаменитой симфонии, которая потом будет посвящена самой английской королеве Виктории. Вот тогда Мендельсон красиво выступил. Никаких этих ваших исконных, пасконных, домотканных юбок, самогона, волынок, никаких народных песен, обычаев, плясок, ничего этого не надо. Никакой народности в искусстве, одним словом. Принцип диаметрально противоположный, кстати сказать, тем мыслям и намерениям, что до сих пор упорно приписывают Мендельсону прогрессивные историки музыки. Другой вопрос, насколько Мендельсон сам на практике следовал своим принципам, если учесть, что, например, финал итальянской его симфонии — это не что иное, как самый настоящий и по ритму, и по всем другим признакам музыкального дизайна итальянский танец с прыжками, или сальтарелло, так и называется, кстати, в партитуре. Но не это сейчас главное. Что же касается путешествий в Италию, то, как вполне понятно, никакому результату они не привели. К результату привел совсем другой эпизод жизни Мендельсона, а именно приглашение, не заказ, а именно приглашение. Мендельсон за деньги не работал, его нельзя было купить, его можно было только попросить. Приглашение пришло из Королевского филармонического общества в городе Лондоне написать две небольших оркестровых пьесы и одну большую, то есть симфонию. Вот тогда, а это было 2 года спустя, после первого итальянского вояжа Мендельсона, его фантазия и заработала на полную мощность. Лондон — это важнейший, ключевой город в карьере Мендельсона как мировой знаменитости, чему есть многочисленные подтверждения. Отметим пока только тот факт, что в момент сочинения своей итальянской симфонии... О, смотрите, что делается. Вроде мы в Италии, а погода точь-в-точь, как на Туманном Альбионе. Так вот, в момент сочинения своей итальянской симфонии Мендельсон как раз находится на пороге европейской славы, которую буквально через год-другой принесет ему оратория «Павел», написанная для Англии и положившая начало даже некоему культу Мендельсона в викторианской Англии, о чем пишут все историки музыки, некоторые с завистью, некоторые с горячим одобрением. И хотя викторианской Англии уж точно давно нет, это одна из крепчайших и, видимо, уже неискоренимых британских традиций. Все хоровые общества этой страны по многу раз в год с удовольствием Мендельсона поют и, видимо, так уже и будут петь. Однако партитура самой итальянской симфонии 10 апреля 1833 года не просто закончена, а уже и переплетена в дорогой зеленый софьяновый переплет. 13 мая того же года в Лондоне Мендельсон с большим энтузиазмом дирижирует премьерой этого сочинения. И поскольку далее, до самого конца его очень короткой жизни, у него уже не будет времени, чтобы где-то останавливаться, задерживаться, он страшно занят, у него очень много работы, вскоре уезжает. И тут в истории этой музыки как раз начинается самое интересное. Нет, конечно, для кого что самое интересное. Никаких скандалов, никаких разоблачений с этой музыкой не связано, боже упаси. Но повторим еще раз. В момент своего первого исполнения и огромного успеха у лондонской публики музыка итальянской симфонии не называлась. Вообще, всю эту байку о том, что якобы сочинения Мендельсона представляют собой такие красивые путеводители с картинками по странам и континентам, филармонические деятели придумали гораздо позже, уже не при жизни автора. Слава богу, он этого не застал, а то бы высказался. И главное, партитура в дорогом софьяновом переплете осталась в Лондоне, а Мендельсон-то уехал дальше, в континентальную Европу. И
И вот здесь, друзья, нам сейчас будет очень здорово мешать одно невероятно глупое, но почему-то при этом и невероятно живучее заблуждение, прочное и давно в сознании мировой публики, связанное с именем и музыкой Мендельсона. Почему-то считается, что раз звали его Феликс, то есть счастливый, раз лично Роберт Шуман в одной из своих статей назвал его Моцартом 19-го столетия, шутка ли, Моцарт 19-го столетия, раз у него никогда не было проблем с деньгами, поскольку берлинский банкирский дом его отца и дяди, Авраама и Иосифа Мендельсонов, вел свои дела очень успешно и очень аккуратно, всегда, раз, к тому же, и музыка сама по себе звучит так легко и симпатично, а количество и качество мендельсоновской музыки легко подтверждают эту легкость и симпатичность, то вот примерно так же, играючи шутя, на ходу она и создавалась. Грубо говоря, получается, что он работал примерно по такой схеме. Вот вдохновился, сел, написал и побежал дальше. В то время как все знают, что так не бывает. Никогда и ни с кем. И сам Мендельсон в одном из своих писем пишет совершенно четко. Вот если вы видите, сколько написано музыки в окончательном варианте этого сочинения, это значит, что по крайней мере столько же, а может и больше, я выморал, вычеркнул, уничтожил и забраковал. К чему я все это говорю? В 1834 году Мендельсон, измучившись сомнениями и недовольством по поводу того, что он сделал в своей итальянской симфонии, решил эту партитуру коренным образом переработать, все переписать. Однако, как мы помним, экземпляр в дорогом зеленом переплете остался где? В Лондоне. Значит, какие у нас есть возможности и источники для дальнейшего творчества? Правильно, только один источник – собственная память автора. Оно, конечно, может быть и не главное сейчас в тайных, практически никому неизвестных приключениях итальянской симфонии Феликса Мендельсона. Но все же есть один в высшей степени показательный случай, который чем показателен? Сразу видно различие между, так сказать, настоящим композитором и не совсем настоящим композитором. Это к вопросу о памяти. Вот крупный деятель музыки 20 века, глава целой школы, композиторского направления, большой авторитет, гуру и так далее. Я, к сожалению, не могу себе позволить назвать имени этого человека, хотя оно весьма известно в определенных кругах. Вот этот деятель сидит на репетиции собственного фортепианного трио, которое написано исключительно неудобно и сложно для исполнителей. Там постоянно меняются тактовые размеры, то 7 шестнадцатых, то 5 шестнадцатых, то 3 шестнадцатых. Люди, которые пришли на эту репетицию, по полгода учили свои партии, чтобы вместе сыграть. Автора просят перевернуть страницы. И вдруг выясняется, что, сидя за спиной у пианиста, он страницы перевернуть не может. То есть он не просто не помнит, как звучит его собственная музыка, он этого не знает, он не слышит ее в реальном звучании. Это один из тягчайших и очевиднейших признаков графомании. И признаков фатальных, что называется. В гораздо большей степени он фатален, чем, например, неудержимый зуд в руках, творческие какие-то горения и тому подобное. Вот Мендельсон в этом смысле отличался от многих своих коллег, даже 19 века, тем, что все свои сочинения помнил наизусть и переписывал четвертую итальянскую симфонию исключительно по памяти. В этом он, кстати, был не одинок. Его старшая сестра Фанни была в то время настолько в курсе его композиторских дел, что тоже знала многие сочинения Мендельсона наизусть, иногда даже до того, как они будут начисто переписаны автором. И вот Фанни Мендельсон была категорически против того, чтобы он что-то там переделывал. Все отлично, ему это удалось, он долго и трудно работал. Но раз Мендельсон решил, что все не так, значит, все будет переписано. И вот здесь чрезвычайно любопытное как раз начинается путешествие по творческой лаборатории Мендельсона, которое мы и собирались предпринять. Композиторские черновики Мендельсона, естественно, несут на себе очень заметную печать его активной, деятельной, а главное, невероятно беспокойной натуры. Просто видно в бумагах, как он беспокоится, волнуется, переживает, в том числе и о том, о чем совершенно не стоит переживать.
И, конечно же, сам процесс работы, который отражен в этих черновиках, жестко, четко, порой нелицеприятно, подтверждает известные собственные слова Мендельсона о том, что, сочинив музыку, он всегда должен ее сократить. Иногда очень существенно сократить, иногда в половину сократить. Видно, как автор ужимает, отжимает излишнюю воду из сочинения, избавляется от, как ему кажется, излишней болтливости. Даже, пусть это странно прозвучит в свете известных комплиментов, которые тоннами наговорили Мендельсону и при его жизни, и уж, конечно, потомки постарались, избавляется от излишней легкости, с которой музыка разворачивается во времени. Это все так. Но самое любопытное, что в случае с черновиками итальянской симфонии все происходит ровно наоборот. Мендельсон не сокращает, а дописывает, причем много. И появляются совершенно новые эпизоды, которых не было и не могло быть. И даже никто не думал, что они появятся в той же самой музыке. Он укрепляет музыкальную форму. Он постоянно что-то проясняет, что ему кажется не до конца ясным. В результате, вот, например, как выглядит в новой версии, очаровательная по своей непосредственности, третья часть итальянской симфонии. Мендельсон решил, что это место должно в итоге звучать так. Однако и сегодня все филармонические оркестры мира с удовольствием и не без успеха играют первую версию его итальянской симфонии, где совсем другая музыка. Вот такая. Еще более странные и неожиданные вещи происходят в финале «Ля мажорной симфонии» Мендельсона, который, как мы помним, называется «Сальтарелла», то есть итальянский танец с прыжками, и якобы опровергает слова, сказанные Мендельсоном, о народности. Пусть, мол, вся эта народность идет ко всем чертям. Там появляется совершенно новый фрагмент музыки, который вообще уводит всю историю максимально далеко от картин народного веселья и всего, что по этому поводу обычно пишут в учебниках. Вот так это звучит. И уж совсем решительно и круто Мендельсон разделался с медленной частью своей итальянской симфонии. Там не только появились совсем другие ноты, он очень сильно изменил рисунок мелодии, начисто убрав все украшения, все, что ему казалось вычурным и, как он думал, мешало ясному, предельно простому звучанию основной мелодии. Он еще сделал нечто такое, что, возможно, явится ключом к разгадке некой тайны. Почему все-таки Мендельсон упорно не хотел, чтобы его симфония называлась итальянской? Было там написано так. Второй окончательной редакции итальянской симфонии Мендельсона стала вот так вот. Обратите внимание, очень существенная разница на слух, и эту разницу совершенно игнорируют историки музыки и исполнители, хотя именно это последняя воля Феликса Мендельсона Бартольди. Thank you.
как сыпят-то, как припустил. Это уж не Лондон, а просто Германия какая-то, Ваймар какой-то, чисто немецкая погода. Кстати, о Ваймаре, о Германии и о том, почему Мендельсон так упорно не хотел никаких путеводителей с картинками в своей итальянской, вернее, так называемой итальянской симфонии. Дело в том, что в процессе его работы над медленной частью ля мажорной симфонии пришли новости очень печальные для Мендельсона. Новости о смерти двух людей, каждый из которых был неоценимо важным ему другом и без которых просто Мендельсон не состоялся бы как личность. Возможно, нам тогда не о чем было бы говорить, нечего расследовать и изучать какую-либо творческую лабораторию. Первый из этих людей — это Йоханн Вольфганг фон Гёте, король поэтов, эталон немецкого стихосложения, автор знаменитой формулировки, которая идеально точно объясняет взаимоотношения личности и страны. «Das Volk, das meine Sprache spricht» — «Народ, что моим говорит языком». Он был самым настоящим другом Мендельсона, как ни странно, при разнице в возрасте около 60 лет. А человек, который их познакомил и который тоже умер, правда, не в Ваймаре, а в Берлине, во время, когда Мендельсон сочинял медленную часть своей симфонии, это Карл Фридрих Цельтер, учитель Мендельсона, первый настоящий учитель музыки и руководитель Берлинской певческой академии. Именно при его неоценимой поддержке Мендельсону удалось впервые исполнить в Берлине в мае 1829 года баховские «Страсти по Матфею». Нельзя сказать, что Мендельсон получил такой удар впервые в жизни. Ему приходилось нести подобные утраты и раньше. Но здесь проявляется одна черта его характера. Как он реагировал на подобные новости или, если угодно, удары судьбы? Реагировал он очень сильно, быстро, но практически незаметно для окружающих. То есть многим казалось, что ему эти потери почти безразличны. И удивительным образом музыка, которая написана на самом деле не в виде открыток по поводу красот Италии и того, как по ним замечательно путешествует Мендельсон, а на самом-то деле написана в память о двух действительно дорогих душах, отошедших в мир иной, как она не похожа на все громогласные, помпезные и пафосные реквиемы, написанные до Мендельсона, и те, что будут написаны после него. Окончательная авторская версия итальянской симфонии Мендельсона, вернее, ее второй, третий и четвертой частей, оставалась никому неизвестной до самого конца 20 века. Только в 90-е годы ушедшего столетия ее сначала публично сыграли в Америке по восстановленной партитуре, а затем записали в Вене. Никто не знает, и мы можем только догадываться, как звучала бы первая часть этого популярнейшего сегодня оркестрового произведения мировой классики, если бы тогда у автора тоже дошли до нее руки. Но все равно, как бы она ни игралась, кем бы и где бы, в программках написано примерно одно и то же. Баловень судьбы, везучий, удачливый, любимец публики, такой талантливый, что почему-то он заработался и в 38 лет скоропостижно умер. Это и есть Мендельсон, вкратце, не так ли? Именно эту байку вкратце или в подробностях уже достаточно давно пересказывают друг другу прогрессивные историки музыки. И она очень многих устраивает, особенно тех людей, которым совершенно не интересно, откуда берется музыка. На самом деле Феликс Мендельсон Бартольди – необыкновенно сложная и парадоксальная фигура. Только в нем, в его личности и в его сочинениях, причем только в его сочинениях, больше нигде, ни у одного автора вы этого не найдете, сочетаются непостижимым образом абсолютно противоположные стремления этого человека и этого художника. Стремления, которые любую другую личность бы разорвали пополам. С одной стороны, это неукротимая энергия, неутомимость, с другой стороны, усталость и жадные поиски покоя, которого, Мендельсон это отлично знает, нет и не будет. Что же касается крылатой фразы Роберта Шумана о Моцарте 19-го столетия, то, как и положено в таких случаях, она обрезана ровно пополам. На самом деле Шуман сказал, что этот Моцарт 19-го столетия лучше всех видит противоречия времени и лучше всех умеет их примирить. До встречи!